Владимир Путин прибыл с государственным визитом в нашу страну. В столичном аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев. Напомню, президент России прилетел в Казахстан накануне заседания ОДКБ. Сразу после встречи у трапа уже в одном из залов столичного аэропорта президентам предложили взять в руки кисти и нарисовать мост дружбы. Именно так одна из художниц назвала свою новую картину, завершить которую ей помогли Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Полотно подарят гостю. Официальная часть госвизита продолжилась в Ак-Орде. После традиционной торжественной церемонии главы государства и правительственные делегации Казахстана и России приступили к переговорам. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве и культурно-гуманитарном взаимодействии. Кроме того, Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на неформальную предновогоднюю встречу в Санкт-Петербург и на юбилейное торжество по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После переговоров стороны подписали два десятка документов, которые, как отметил президент Казахстана, придадут дополнительный импульс развитию добрососедства и сотрудничества двух государств. Безусловно, очень важное, без всякого преувеличения, событие в наших межгосударственных отношениях. Эти отношения зиждятся на очень прочной основе стратегического партнерства, союзничества. Я внимательно прочитал вашу статью. В свою очередь, я тоже опубликовал свою статью. Я думаю, что мы очень подробно, в унисон изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущего. Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом. Мы в постоянном контакте. Я хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы постоянно уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы это чувствуем. Чувствуем внимание президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего верного друга, надежного друга и ближайшего союзника.